Всем привет, друзья, с вами Артишок, и речь снова пойдет о предстоящем пятом сезоне. Что означает новый сезон? Правильно, появление нового сезонного билета и новых наград. Очки, как и обычно, вы будете зарабатывать за победы и поражения. Сумма, которую вы заработаете, будет зависеть от количества проведенного времени в игре. Так что игра, которая будет длиться, к примеру, 40 минут, даст вам гарантированно больше очков, нежели игра 20-минутная, особенно если вы победите. Но есть и некоторые изменения по сравнению с билетом 2017 года. Вам будет доступен фэнтезийный магазин, а это означает, что помимо лимитированных наград за определенное количество очков, у вас будет возможность покупать скины на ваш выбор за эти самые очки. В остальном же изменений нет, вы также можете получать фэнтезийные очки, не покупая билет, но с покупкой их количество будет удвоено. Как и в прошлом году, игроки смогут купить более дорогой вариант билета на старте, получив тем самым 2500 очков. По показанным наградам нам уже известно, что финальной вкусняшкой будет демонический Танатос, эдакая финальная форма скина Танатоса Архонт. Также нам уже показали реколоры скинов, возможно список неполный, скин на Афину, штамп и глобальную эмоцию. На этом все, друзья, спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше скинов каждую неделю.